Хочешь, мы найдем тебе мужичка? Да, их нет. Найдите мне мужика. Давайте все вместе найдем Ники мужика. Пожалуйста. Сплел сейчас пару браслетов. Могу показать вам, как я их фотографирую, чтобы потом выкладывать в Инстаграм. У меня есть вот такая доска. Вот. Специальный такой инстафон. Я его кидаю туда, где посветлее. Вот, и, собственно, на окно себе, да, и пытаюсь это все дело фотографировать. Вот так вот накидываю. Потом беру свой телефон и пытаюсь сделать чудо. Примерно вот таким образом. Привет. Привет. Мы что, там берете? Да. Я готов. Фотосессия посвящена эмоциям. Вот, поэтому мы все в белом, на белом фоне. И чтобы выразить все чисто свои утренние эмоции. Говорят, можете выражать любые, но желательно позитивные. Посмотрим, что у нас получится. Юля, хочешь попасть в кино? Я вот сейчас показываю телефон прямо на камеру. Но ты уже попала. Просто голову как букет сделайте в разные стороны. Чуть не надо. Учитка, вы же 300 детей улетела туда в Америку. Да, вот прикольно. А как ты будешь фотографироваться и на меня? Один раз просто. Пять снэп, да? А? Снэп, что не в каждый день одинаково, в течение семестра они добираются. Получится? Модули, у нее был испанский, ну, алгебра, инвайнер-класс, да, рисование. Всем привет! Секонд еще закрыт, стоят чуваки, модные, кажуальные, а холодно, они такие своими вот этими голыми лодыжками стоят, перебирают с ноги на ногу, ждут открытия. Вот, чтобы не опоздать, купить модную шмотку. Вот, и вспоминаю, как приятель один мой сказал мне как-то, уже, наверное, лет 18, что ли, был разговор. Прикинь, говорит, вот эти вот шмотки. Вот ты, говорит, покупаешь футболку. Вот. А это, говорит, та футболка, которую, говорит, какой-нибудь нигер гомосексуальный в очко жарился. Перебила. А, ну что, пришла пора собирать второй стеллаж. Один у меня уже стоит, а вот второго еще до сих пор нет. И я уже вот четвертый день не могу его собрать, потому что никак не могу найти на это время. Вот такая вот отвертка. Если бы у меня была такая автоматическая отвертка, то я бы это сделал в 3 раза быстрее. Ввиду того, что много заказов приходит ко мне из-за рубежа, мне приходится пользоваться услугами национальной почты. А в нашей стране эта национальная почта называется Укрпошта.
И если этот сервис после того, как вы отправите посылку, он достаточно неплохой, и у меня даже часто бывало, что до Соединенных Штатов Америки посылка доходила буквально за неделю, то вот прием почтовых отправлений — это, конечно, каторга. И я всегда стараюсь выделить какой-то определенный день. Людям, которые там работают, платят очень мало денег, и они не особо заинтересованы в качестве обслуживания клиентов. Вот. Плюс там продают всякие лотерейки, там принимают коммунальные платежи. Вот. И поэтому так происходит, что именно на Укрпоште, как и в Ощадбанке, и там, например, всяких поликлиниках, слетается и там сходится большое количество бабушков и дедушков. Вот она родимая, смотрите, какая у нее вывеска грандиозная. Со времен совка не менялась. Вот так вот это все выглядит. Николаевские репортеры во всей своей красе. На почту я не попал, учитывая то количество народа, которое я там увидел. А мне надо стоять, ну, минимум, исходя из практики, часа полтора. Сейчас будем пробовать пробивать другое отделение. Вы смотрите. Это просто фантастика. Сегодня попадем. Здравствуйте. А вы работаете? Да. Да? Отлично. Спасибо. До свидания. Ура! 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 У меня получилось! Цвет неви, как мне нравится, огромнейший такой вот молот, поедет в Испанию, вот, и так вот он мне что-то прям нравится, что аж не хочется отдавать. Расскажи еще раз. Нырнули, и я увидела акулу. Но я, естественно, не думала снимать. Я в этот момент несла вот такой крик, а у меня друг выдрал камеру. Пытался снять акулу, но не получилось. На GoPro не показалось. Хочешь, мы найдем тебе мужичка? Да. Улыбнется сквозь решетку солнце мне. Заиграет и заблеет кобель. Ну что, дорогой мой, пришла твоя пора. Вот открывать ПРчик, наверное, самое любимое дело. Красота! Ты столько о паракорде, сколько знаю о нем я. Если честно, я о нем ничего не знаю. Помню случай один. Это, наверное, был год 90, может, 7-й, может, 8-й. Играл я тогда, пел, скорее, точнее, в группе
ПНД, было это на севере. И у нас выступление. Вот, а приехала выступать на канал, на рок-фестиваль, и вот, и приехала выступать группа, которая мне очень нравилась, из города Инта, называлась Егморт. Егморт – это в переводе с языка коми «Лесной человек». Вот, группа вообще бомбовая. Сейчас, к сожалению, лидер группы Виталик уже ушел из этого мира. Вот. И тут Виталий мне такой говорит, а давай, говорит, Рынчику хлопнем. Вот. Как ты можешь ему отказать? Ну, соответственно, я говорю, конечно, давай. Вот. Ну, и, собственно, выпиваю, я там не помню, пару или троечку этих таблеток, он выпивает тоже. Вот. Потом он их выплюнул в итоге, но я об этом не знал. Оказывается, я выступал, пел песни. Вот. Только пел все время первый куплет от одной песни. Я спел на все песни. Еще так с выражением, вроде все так получилось. Почему-то все не понравились. Я ушел в зал, сел вдалеке. Это там на задних сиденьях зал. Вот. И пил чай. Вот. У меня в руке была кружка. Я пил чай и смотрел на сцену. Вот. И все время часто получалось так, что я брал кружку, а в руках у меня ничего не было. Я думаю, блин, что ж так, где же была кружка? Вот. И смотрел на выступление группы Егморт как раз. А там происходило такое действие, что Виталик ехал на большой такой разноцветной мультяшной улитке и пел песни. И всем это так нравилось, они цеплялись за эту улитку, а она как сопли такая вот растягивалась и оставалась в их руках. Вот, меня это так дико впечатлило, вот, что я понял, что мне пора домой. Так как от Дома культуры, в котором мы выступали, до моего дома, ну, если идти пешком, то это надо было потратить где-то час времени здоровому, трезвому человеку. Вот. А в каком состоянии шел я? Вот. Я все время считал, что со мной идет Серега, у которого понос. Вот. И я останавливался время от времени на тротуарах и ждал, пока Серега сходит, покакает в кустиках. Друзья, очень прошу вас проявлять активность под моими роликами и ставить либо лайки, либо дизлайки, и писать какие-то комментарии. А если вас что-то не устраивает или наоборот устраивает, вы обязательно пишите, мы посмотрим на это все и примем во внимание. Я очень хочу сделать так, чтобы вам этот канал был интересен, ну и, соответственно, мне нужна ваша обратная связь. Остановился даже автобус, когда я уже устал идти, говорю, Серега, поехали на автобусе. Он говорит, да, поехали, сейчас только досру. Вот, и, собственно, я кидал ему через забор бумажки. И мы заходим в автобус, ко мне подходит кондуктор и говорит, пожалуйста, ваш билет. Я говорю, сейчас Серега заплатит. Е-е-е!